Это чё? Чё с тобой? Нормально. Друзья, рекомендую вам игровой канал Old Hard Games. На его канале вы найдете прохождение игр таких, как Metal Gear Solid, Spits of the Line и многое другое. Подписывайтесь, друзья, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение Far Cry Primal. Так, в предыдущей серии мы заполучили нашего Мишку, такой весь покосанный, в стрелах, уродливый, в общем. Так, а сегодня выполняем основные миссии. Так, у нас есть там, там, тут, 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 короче, везде. И даже вот здесь. Займемся опять племенем, да. Посмотрим, что они нам предложат. Улучшение пещеры. Не могу пока. Ну, посмотрим. Ты больной, что ли? Че, голова болит? Аспиринчику не дать? Das Charge War. Ha! Kapalpur. Galaita. Зачем его убивать? О, ничего себе. Это такие процедуры, что ли, у вас? Нормально. Он теперь больным станет? Да. Такар. Хаташа. Да, все ясно. Больной тип. Так, задание добавлено в меню карты. Хорошо. Сейчас посмотрим. Так. Что там за задание, и посмотрим, какие у нас тут навыки есть. 4 очка улучшения, это круто. Так, я хотел себе стрелы. При изготовлении стрел в селекторе оружия позволяет создать 8 стрел вместо 4. Вы тратите то же количество ресурсов. Прекрасно. Отлично просто. У нас теперь будет много-много стрел. И копий тоже много будет. Так. Теперь посмотрим дальше. Так. Так, посмотрим на карте, где это задание. Ну, в принципе, не так уж далеко. Доберемся так. Быстрыми перемещениями. Вот мы и добрались. Так, у нас есть теплая одежда, так что мы не скоро замерзнем. И тут уже отправимся вот так. Нет, вот так. По горам, куда нам? Вот туда. Тут еще все еще вражеская территория. Так что. А, нет, здесь они на вражеской. Ну, все-таки надо быть на стороже. В любом случае справиться с ними не составляет никакого труда, кроме тех, которые с щитами. Эй, ты кто? Фас. Мочи его. Ну-ка посмотрим, кто победит. Я вмешиваться даже не буду. Куда пошел? Ну ты трусишка. Рви его, блин. Так, что такое? Да уж. Я так и знал, что этот львенок, блин. Слабак. Ой, блин, я не туда бегу. Так, что-то не понял. Я тут, наверное, тут нужно подняться, потом спуститься. Так получится вообще. Сейчас поднимусь сначала, попробую подняться сюда повыше. Да поднимайся давай. Вот, молодец. Чё, кто рычит?
Так. Ой, еще и мамонт. Че за паника вообще? Так, ладно. Поднимайся, ну давай. Я не понял. На мишку на мою наехали. Да что такое? Вот не люблю такое. Ладно, ваш зверь не может добраться до цели. Да и флаг ему в руки. Сдался он мне. Вот волчара все мог. И у него своя веревка даже была. Так, тут еще и птички где-то. Козлики. Тебя покормить вообще? Жри, тварь. Так. Мне еще не то нажал. Мне еще, по-моему, камни нужны какие-то. По дороге посмотрим, может найду. Чем? Вот нашел. Северный черный камень. Это хорошо. What the fuck? Ясно. Костяная пыль. Мы приближаемся к нашему заданию. О, враги. Лагерь матери камня. Иди сюда, дебилоид. Ой, я тебя видел, а ты меня не видел. И тебя я видел. Ой, да что такое? Атакуй. Так, все готово. Да атакуй ты их, дурак. Что ты обратно бежишь? Сдохните, твари. Ой. Так, так, так. А, в общем-то я на месте. Найдите и заберите костяную пыль. Это не проблема. Сейчас только поубивай. А, вот ты где. Лечимся, лечимся. Сейчас убьют, блин, твари. Убили медведя? Да стреляй давай. Да лечись. Чё такое сегодня? Это что? Обыскать. О. Это та самая пыль. А, глина нет, не пыль. Да счастье, короче, сдохнешь, я тебя оживлю. Так, вроде все. И людишек здесь, по-моему, не осталось. Здесь я был. Был. Так. О. Кстати, теперь с него можно снять шкуру. Можно убивать своего же медведя и получать его шкуру. Круто же. Это что? Что мне с этим делать? Сломать? Сжечь? Давай сожжем. Кто-то что-то сказал? Так, дальше. Я все собрал, что-то не понял. А, нет, не все. Тут, короче, в округе еще много чего осталось. Нужно пошастать в этих пещерках. Че? Вот. Так, есть. Спи. Есть.
Всю войну пропустил, дурак. Так, вроде все. Ну тут по-любому еще есть. Так. О, нет, нет, нет. Ничего себе. Это было неожиданно. Так. Ладно, еще раз попробуем. Ну, вроде там. Отметьте целителем Уда, делающий костяную пыль, которая может помочь. Короче, поможет, да, чтобы не болела голова. Че, по новой, что ли? Хорошо. Так. Вон там наверху. Мне нужен длинный лук. Так. Ты вернись-ка вон туда, иди. И не вылазь давай оттуда. Так, чуть-чуть пониже. Вот так. Цель готова. Вот. Вижу еще одного. Готов. Не вижу где. Не вижу, блин. А, вот ты где. Блин. Да что такое? О, подняли тревогу. Ну вы молодцы вообще. Идиоты. Так, ладно, иди. Пас. Этот лук мне не подойдет. Ой, нет, 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 стой. Наверное, сожгу вот эту штуку. А, вот ты где. Все, видел тебя. Так. И снова обыскивать эти. Так, готово. Где-то тут еще. Так, Мишка молодец. Где? Не вижу. Ты чё? Прятался? Так. Тут есть что? Вот, вижу. Ладно, надо ждать, пока потухнет. Все. Пока смотрим другие комнаты, в общем. Чё-то бабы у них тут странные какие-то. Ой, промазал. Вот. Опять. Я не поджигал ничего. Так. Раз. Чё, не обязательно даже брать? Обыскать? Нет, обязательно. Так, вот вижу одного урода. Пещеры там нету никакой, комнаты тоже. Так, раз. Два. И все. Все. Может быть наверху где-то. Сейчас проверим. Лезем, лезем. Сейчас пока так посмотрим, а потом крюком тут зацепимся. Залазь давай. Так, я больше не вижу никакие эти пещерки. Лачуги их не. Ну вот сюда можно. И все равно здесь ничего нету. И наверху.
Так, что-то непонятки какие-то. А, покинуть. Блин. Что-то я не увидел задание-то. Все нашел. О, как красиво. Так, Мишка касала, побежали. Отлично. Костяная пыль. Завершено. Тайник охотника. Изучите наскальные рисунки, чтобы найти неподалеку редкие ресурсы. А где я? Что-то не понял. Так, камень. Палки. И... ладно. Посмотрим другое задание. И у нас появилось навыки. Ладно. Нет, не будем. Вернемся в наш лагерь. В общем. Так, вот мы и вернулись в деревню. Теперь посмотрим, какие еще задания нас ждут. А, нет. Куда мы сейчас не пойдем? Мы пойдем, наверное, вот сюда. К ближайшему, в общем. А, одноруки. А, с тотемами своими. Фу. Какура, пики, удам хазар. Фу. Противный дед. А что-то не пропускается. Видимо, разработчики любят смотреть на какашки и на кровь. Так, не ясно. А, но нового задания что-то на карте не вижу. Нету, нового задания нету. Ну тогда давай сюда, к Тинсею потом. Поднимайся давай. Ой, блин! Чёртов Far Cry. Нельзя подняться там, где хочется подняться. Что за бред вообще? Ну давай. Признавайся. Око за око. Задание добавлено в меню карты. Хорошо. Где? Не вижу. А, вот. Блин, далековато. Ладно, отправимся туда. Так, и заодно отобьем вот этот вот аванпост. Так, сначала нам туда. Тут уже где-то рядом орут аборигены. Жизнь бурлит. Все, короче, как и должно быть. Не забываем собирать ресурсы. Чем больше, тем лучше. Так, а то на этой веревке еще долго спускаться. Так неинтересно. Че? Ясно. Какие-то куропатки. Так, вот эта пещера. Как мне туда попасть-то? Я уже как-то пробовал. У меня не получилось. Так, вход, наверное, где-то здесь. Ага, вот. А, нет, нет, нет. Уф. Чуть не умер. Так, ладно. Чё? Сейчас я с этими индейцами разберусь. О, они тут играют музычку. Держи стрелу. Ой. Блин.
как неудачно промахнулся-то. Да что такое? То есть аванпосты, я с животными не... У меня животных, в общем, не бывает во время аванпостов. Так, зато у них бывают. Где не вижу? Вон там где-то. Так. Да что ты? Вот и хорошо. У меня тоже такая штука есть. Так, готов, готов. Лечимся быстро, 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 пока не убили твари. Не вижу. А, вот ты где. Вроде бы все. Так, и что мне дальше предлагают? А, вот еще один. Есть. Все, аванпост наш. Да, да. До задания нам остается недалеко. Сейчас быстренько с ним разберемся. Численность 83 человека. Нормально. Так. Теперь нам вот сюда вот. Надо сначала отсюда выбраться. Что-то у меня еще было. Так, вот эту ерунду, которую я кидал. Она у меня бесконечная, что ли? Ну, наверное, да. В общем, не важно. Раз бесконечная, то еще лучше. Так, так. О, слоник. Слоники. Оу, оу, тише, тише. Отвлекайтесь на моего мишку. Че? Эй-эй, тише. А, бежим, бежим, бежим. О, черт! Бежим, давай! Спасайся бегством! Да блин, сколько можно за мной бежать, ты чё? Вот, отвлекайся на этих. Да ш... А, это мой медведь. Блин. Я думал опять убегать. Так. Тут есть где залезть вообще? Вот. Здесь можно, по-моему, обойти. Так, отлично. Идем. О, задание уже близко совсем. Око за око, видимо, глаз за глаз. Шоколадный заяц. Так, хорошо, что не мерзнет. Не надо постоянно зажигать стрелу или дубину. Так, где здесь забраться можно? Так. Я нигде рисунка не вижу. Как забраться? Ага, вот. Так, и еще тут какой-то аванпост, по-моему. То ли аванпост, то ли кострище. Пещера замерзших ножей. Так, вот сюда. Ну тогда... Завоюем вот этот аванпост тоже. А, это задание в пещере. Ладно, потом тогда. То с аванпостом быстрее получилось бы. Око за око. Так. Есть. Что сказал?
Так, готов. Нет, 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 ты меня не видел. Он где-то рядом. Где? Где он? Что сказал? Да и нет, я не Винджа. Так, наведи-ка-то тут шухер. Где все? Вот он, вот он. Иди разберись с ним. Блин. Из-за этой ерунды не получается нормально целиться. Ты куда бежишь-то, э? Далеко не убегать. О, еще. Так, ну ладно. Сами захотели. Нате. Че, нормально теперь? Хорошо тебе дышать? Разберись, блин, что стоишь-то вообще. Где-то тут еще один. Вот он. На тебе каску. Тварь такая. Вот и пещера. Так. Отлично. Эй, тише. Так, а что тут, в общем-то, нужно делать? Ага, там один кашляет. Ты вообще кто такой? Браштар. О. Хаймог. Мог. Хайми Браштар. И бал яудата мог. Че он здесь делает? Мог супима вашта. Суата. Угуам, Браштар. Больной он какой-то. Айкуспа. Мисушну яугам. Найгаруш. Уинджа тиимана. Вставай, давай, сопля. Так, что мне нужно сделать? Носилки, блин, надеюсь, не носилки. Так. Отдайте зеленые листья Карушу. Уйдите из пещеры вместе с Карушем. Ой, не то нажал. Сейчас уйдем. Так, ясно. Они еще и вызвали подмогу, чуть не понял. Надеюсь, они оттуда идти не будут. Ой, идут. Так. Аккуратненько выходим отсюда. Вот я их вижу. Не орите, блин. Не привлекайте лишнее внимание. Ты чё, блин? Больной что ли совсем? Кто так на людей бежит-то? Поймай. Разберись давай, чё ты стоишь. Ваш зверь не может добраться до цели. С чего вдруг? Бегите с Карушем, да бежим. Я-то не против. Все, готово. Бежим, Каруш. Ой, что-то не понял. Шаджа, Макшанчи. Ну да, такая.
Karus Gwaifa Dahata! Must brush that. Shrash. Ты дурак, что ли? А это братские драки. Нормально. Магмарва. Ощаю несущим сасом. Мачина. Вайча сутинафмас. Рашта. Куда он? В скалы пошел? Вот и отлично. Око за око завершено. Теперь идем к другому заданию. Ну, у нас тут есть навыки. Сейчас посмотрим, что у нас тут открылось. Убийство метательным ножом. Нажмите F, чтобы начать быстрое убийство. Затем нажмите правую кнопку мыши, чтобы бросить нож в другого. Вот это хорошо. Во всех Far Cry так было. И в этом будет. Так, вот сюда. Так, вот этой девчонкой сейчас разберемся. Она мне даст, по-моему, нормальный лук. Еще один. Такой прям с двумя стрелами, который. Это же будет круче намного. Так, вот мы и добрались. Сейчас пойдем к той тетке. Так, где она? Как тут много заданий-то, блин. Вот сюда, чтобы не запутаться. Бежим, бежим, бежим. Отлично. Только не говори, что улучшить нужно. Попутала, что ли? Что, серьезно? Блин, немало ей нужно. Так, вот она. Ну ладно. Раз не хочешь, то пойдем. Ой, блин, не хочу я к нему. Сейчас опять со своими глюками достанет. Идиот. Так, сходим к этому. Мальшас, каны, ти, вайдам. Гварчта, такар. Начи, кабальур, гал. Ну, да, харха. Ну вот. Завершено задание. Доставили пыль этому, да. Теперь идем дальше. Так, ресурсов у меня не так уж много, чтобы улучшить пещеры. Поэтому пойдем сейчас к единственному заданию. Черт бы его побрал. Что с ним? Обгорел, что ли? Сурка! Иракис Гуана! Гуайса, Гудагу! Сушельхай! Изи! Винжа Вантар Вайкарш! Хай! Хай Драм! Се Алия! Иначе! Сушельхай Винжа Твадша! Car we were bowed. Marty Bishwa. Нормально. Сишаюс лаудра гуаша. Ма алья прасте ати. Гуманно. Так, в любом случае умрет. Так что легче быстренько его убить и безболезненно. Так, где тут задание-то? Опять где-нибудь? Не понял. А, вот, вижу. Еле нашел. Так, вот отсюда будет ближе. Так. Задание. Шаман. Пойманный Винджа. Бежим. Вроде бы недалеко.
Но в горы нужно подниматься, однозначно. Не забываем про камни. Кто тут, блин, орёт-то? О, еще один медведь. А ну-ка давай, разберись. Мишка на мишку. Кто кого? Еще один он там бежит. Он к нам, что ли? Давай уже убей его. Ты же должен быть сильным. Ну, красавчик. Немного жизни осталось. Это чё? Чё с тобой? Нормально. Чё ты как, братишка? Да подвинься ты. На, блин. Умер нормально он. Так, ладно, пойдем. Не будем отвлекаться. О, медведь. Спас. Птичка. Блин. О, костер знает. А, вот они. Так, мне бы ресурсов, чтобы улучшить пещеру этой твари. Она даст нам задание, и у нас появится крутой лук. Только много чего нужно ей. Че, этой пещеры не хватает, что ли? Шкура такая. Так, так. Я, правда, забыл, что там нужно было, но буду собирать все, что попадется. Так, вот и близко задание. Ой. Не понял, где. О! Белый буйвол. То есть як. О, с одного удара, да ты крут. Чё, не понял, почему я прошел это задание. А, вот. Отлично. Вот и следы. Так, козлята, свалили. У нас тут расследование. Сейчас я им устрою. Твари такие. Сожгли. Да. Так, вот следы вижу, вот следы. С двух стрел? Ну хотя в голову. Ну ты слабак. Так, что тут у нас? Шкура козла не помешает. Глина. Так, забраться повыше. Ага, вот еще. Так, они уходят туда. Я прям следопыт. Вот еще. Зачем они их жгут? Или они настолько варвары, просто поэтому жгут. Так, следы. Следы, следы, следы. И крики где-то, они, значит, где-то рядом. Хотя, возможно, это не они. Тут же частенько кто-то дерется. Ну, скалы Мэш Баи обнаружены, значит, я уже близко. Да, вот они. И чё? Так, где бы мне забраться?
Так это еще и женщины. Она ему кишки вскрывает. Ну ты тварь, я тебе устрою. Плывем. Так, какие-то рыбки. Пещерки. Найдите вход в лагерь. Поднимайся, давай, сейчас сдохнешь вообще. Так, там была какая-то сумка, может там что-то интересное. Редкая. Так, не туда. Куда, блин? Потерялся. А, вот. Шкура редкого белого кого-то. Так, вот и добрался. Отыщите захваченных Винджа. Не проблема. Сейчас все найдем. Так, вон вижу. Один. Так, раз. Тут никого. А, есть вот. И тут есть. Так, мне тут нужен длинный лук. Готов. В этого не знаю, попаду, нет. Не попал. Сейчас обойдем. Так, кто тут еще есть? Сушалайн Минджа Туаршаш. Ну, Сушалайн Жартан Драубан. Так, вот один. Бабехи, блин. Так, 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 сейчас по-тихому. Есть. Так, хорошо. А, вон там еще. Что если поджечь стрелу и... Вот так вот выстрелить, может, сожгу? О, тихо. А, сжечь нужно, хорошо. Вообще не проблема сжечь. Так, еще бы они меня не спалили. Все, спалили. Поздняк прятаться. Че тебе надо, блин? Свалил от меня, тварь. О, блин. Этот с броней. Отошел от меня. Он-то с пару ударов полжизни отнимает. Все, готов. Слабак. Блин, в ближнем бою, чтобы дубинку брать, это как-то неудобно. Так. Копьем давно не пользовался. Че с тобой? Ты че? Ты в порядке? А если обыскать? Ладно. Ты меня не видишь? Вы что здесь обкурились, что ли? Фу. Копье тебе в рот. Так. Держи. Стрелу тебе в глаз. Горите, твари, горите. Это я сжег уже.
Вот эту теперь. Что тут еще есть? По-моему, больше ничего. Так, вон там есть пленные наши. Сейчас их заберу, а тут что? Да нет, не залазь, зачем? Иди ты. Шкура. Иди разберись. Так, ваш зверь не может добраться. Ну, вроде бы всю деревню сжег. Что тебе надо, блин? Иди. Так, а тебя как освободить? Все, понял. Готово. Сожгите лагерь. Тут где-то еще есть следы кровавые. Так, не понял. Я же вроде еще видел. Может, а да, вот выше. Так, вставай, давай. Убейте оставшихся из зила. Тебе, тварь. Держи, 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 сдохни уже. Дубинку тебе в глаз. Покиньте лагерь для пленных. Хорошо, бежим отсюда. Значит, тут еще что-то будет дальше. Да. Кто разговаривает? Ух ты! Прилетело прям в глаз. Так, а вы у нас кто? Опять? Да вырубись, тебе самому легче будет. Так. Имо! Хегвар подъезд. Убеми! Хисилахве порхе хёст. Прикрылась бы, что ли? Они всех сжигают, вот звери. Теперь в вашем тайнике доступно. Так, воду. Ваш зверь не может. Так, выберитесь. Все. Этой твари конец. Я убью ее и весь ее клан. Так, как выбраться теперь? Мне можно прямо. Хотя прямо они там должны быть. О. Ну ты дозорный из тебя вообще никакой. Так, не понял.
Я отсюда пришел. Вот отсюда поднялся по реке. Значит, мне туда. Или как вообще? Ну да, мне туда и нужно. Прямо. Хорошо. Так, я их слышу. А, вот ты где. Так, по-тихому, а то сейчас опять шухер наведут тут. Паникеры, блин. Убил двоих их. И все. Сожгите его, сожгите. Где? Больше не вижу. А, вот. Так, где ты? Чё-то тварь такая. Меньше орать будешь. И ты поменьше ори. Так, все, можно сваливать. Или опять здесь будут крики? Нет. Дубинкой в глаз мне никто не ударит. Вот и все. Пойманный Винджа пройдено. С чем я себя и поздравляю. Варпати. Сушельхайн би Винджа салвайта. Mas brastari, shayu guarsta. Shajan, Sushal Heinz, Guarjan. Sam winja huhinaja. Patri, pasta, sustugistar, charda hapuris. Patri, winja si dahis na damsha daha, udana su. Sam brasti, patri waidam. Sadui swaidam. Sustugistar. Por bijanha. Por tanhi. Sasam. Snar dagua. Upaila buha guarpeti. Machi bateri. Madeta. Вот и славно. Завершили мы все миссии. Появилась форт Огненного Крика. Неизвестная территория. Тут с мамонтом задание, с волком. И всего немножко прибавилось. Вот такие вот дела, друзья. Сейчас проверим тайник. Что тут новенького появилось у нас. Так, заберем немножко припасов. И потом попробуем улучшить хижину этой твари. Заодно посмотрю, что ей нужно. Так. Так, ясно. Ей нужен южный камень, южный клен и все. Остальное у меня есть. Южный камень, южный клен. Все, понял тебя, тварь. Так, ладно, друзья, продолжим в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там проходит сейчас конкурс. Завтра он заканчивается. Вы узнаете итоги. А сейчас всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч. Everybody's high.